начинает зреть томат Варшава. Смотрим этот томатик. Вот это вот первая кисть. 4 плода. Вот такой он по внешнему виду плодик у нее коричневый. Это значит первая кисть. Вот на втором стволе тоже 4 плодика завязалось. Вот 3 крупных и маленький еще плодик идет. Вот второй куст растет. Тоже Варшава. Здесь вот тоже 3 плода на первой кисти. Вот вторая. Даже 4 плода. Вот еще плодик. На второй кисти вот один большой плодик. И там еще вот маленькие завязались. Вот следующая кисть идет. Вот кисть. 4 плода завязалась. Так, вот по высоте он примерно 1,60 м, этот томат. Вот его верхушечка. Вот такой он лист, не очень загущенный. В конце листочков я обрезала, чтобы не закрывали солнце, быстрее плоды зрели. Вот томат Варшава. Этот томат выращиваю я второй год. Он мне понравился по вкусу. По урожайности будем пробовать еще раз на разрезе, посмотрим, попробуем еще раз на вкус. Томат Варшава, посмотрим, какой он на разрезе. Вот такой по внешнему виду этот томатик. Вот такая у него мякоть. Серединки розоватые. Семенных камер много. Варшава. Попробуем, какой томат на вкус. Этот томат я сажу уже второй год. Мне он нравится по урожайности и по вкусу. Сейчас еще раз вспомним, какой вкус у него. Ну, вкус такой, кислинка слабо присутствует, чувствуется, ну, приятный вкус. Томат Варшава.